Привет, меня зовут Софья, я веб-дизайнер. В сегодняшнем видео я дам вам несколько советов по работе с клиентами. Мой первый совет звучит так. Устанавливайте свои правила по работе с клиентами и никогда их не нарушайте. Вы не должны никогда идти на поводу клиента, а он не должен вами манипулировать, вы должны контролировать процесс, потому что в первую очередь вы исполнитель данного проекта. У вас никогда не должно возникать ощущение, что вы просто являетесь руками, а заказчик полностью там говорит вам, что вы должны делать. Это обычно чревато тем, что вы не получаете никакое удовольствие от процесса, от работы. Естественно, у вас нет мотивации работать с таким заказчиком. Хотя, с другой стороны, возможно, если вы любите, когда вам говорят, что вам делать, и вы просто выполняете, то, наверное, этот совет не для вас. Но, к примеру, мне очень сложно работать с заказчиком, который лучше меня знает, что и как должно происходить. Это могут быть любые правила, начиная от количества правок, которые он может вносить. Может быть, какой-то там срок на внесение оплаты. То есть, если на каком-то этапе заказчик говорит вам, я не буду делать то, что вы мне говорите, стоит задуматься о том, что, скорее всего, с этим заказчиком работать больше не стоит. Из этого совета вытекает еще один. Это не рисковать при выборе заказчика. То есть, если вы чувствуете, что с этим заказчиком у вас могут возникнуть трудности, или вы не сходитесь там в каких-то взглядах на веб-дизайн, ну или просто на процесс, то я советую вам не работать с такими заказчиками, потому что у меня не раз было такое, что я либо я отказываю заказчику и говорю, что ну, мы не сможем с вами сработаться, либо заказчик мой говорит мне, что вы мне не подходите, но потом через какое-то время, когда я не знаю, что происходит в голове у заказчика. В общем, он возвращается ко мне и говорит, что «София, я передумал, давайте с вами поработаем». Я ни в коем случае не соглашаюсь работать с таким заказчиком. И это даже не связано с тем, что я такая гордая и не хочу работать с ним, а с тем, что если действительно появилось какое-то сомнение, если заказчик, даже если это сделал на каких-то эмоциях, зачем вам заказчик, который так эмоционально решает простейший выбор, кто будет исполнителем его проекта? Мой третий совет – это телефон против почты. В качестве подтверждения своих слов, что иногда общение по телефону намного эффективнее, чем по почте, я приведу вот пример, который вот сейчас вот у меня происходит. У меня есть заказчик, который вносит огромное количество правок, и в основном они уже из области перфекционизма. Правки мне прислались вот такими вот огромными письмами. Естественно, на него, на это письмо писался такой же огромный ответ, но это никак вообще ни процесс не двигало, то есть мне поступали правки, я писала комментарии на эти правки, говорила, что они просто бессмысленные, заказчик мне опять присылал правки, и то есть правки так и не вносились по факту. Я поняла, что надо как-то решать эту ситуацию, и просто созвонилась со своим клиентом. Когда клиенты разговаривают с вами по телефону, они абсолютно другие люди, и я даже не знаю, с чем это связано. В общем, когда я созвонилась с этим клиентом по телефону, на каждый мой комментарий он говорил: «Да-да-да, вы правы». А после того, как мне внесли, наверное, порядка 50 правок, после телефонного разговора осталось 4. Вот, поэтому, когда все-таки у вас существуют какие-то проблемы с клиентом, которые вы думаете, все, они уже нерешаемые, попробуйте с ним созвониться, возможно, это решит ситуацию, к примеру, как это вот было у меня. И вот следующий совет мой – это презентовать свою работу. То есть вы не просто отправляете ему на почту, а пытаетесь каким-то образом либо написать, как минимум, какой-то комментарий к тому, что вы присылаете. То есть расписываете, почему вы выбрали такой цвет в дизайне, почему там этот блок после этого блока. Хотя бы там, не знаю, комментарий из 5 пунктов. Но иногда бывает, что я как-то чувствую внутренне, что сейчас я отправлю эти комментарии, заказчик сядет, сам посмотрит, потом заказчик сядет, посмотрит с компанией, потом заказчик сядет, посмотрит с друзьями, и мне вышлют огромное количество правок. Чтобы такого не происходило, я созваниваюсь с клиентом и презентую ему работу по телефону. То есть я не присылаю ему макет до нашего телефонного разговора, когда мы уже непосредственно разговариваем, я ему говорю, я сейчас вам отправляю на почту, мы вместе с вами открываем. И я вам показываю. На самом деле в этой презентации нет ничего сверхъестественного. Я просто его веду по, примеру, там, по дизайну или по прототипу и объясняю, почему мы сделали так. И обычно я всегда делаю отсылки на то, что ну вы же писали в брифе, что вы хотите, чтобы это было так. И таким образом заказчик понимает, что вроде бы он и сам сказал так сделать, поэтому
А менять свои же слова это как-то не очень эффективно, и поэтому в основном мне приходит минимум правок, либо вообще просто сразу по телефону это все утверждается. Если это утверждается по телефону, то это сразу огромный плюс, потому что заказчик даже не успевает никому это все показать, потому что он уже сам это утвердил. И от каких-то правок уборщицы или там секретарши вы сразу от них открещиваетесь. Также при презентации работы очень важно уметь себя подать. Вы обязательно должны аргументировать свою позицию, объяснять, почему вы сделали так или иначе. И говорю вам по своему опыту, иногда это больше похоже на бред, чем на действительно какую-то аргументацию. Но это не значит, что я продаю какие-то там плохие сайты своим заказчикам. Это просто связано с тем, что я прекрасно понимаю, что если мы сменим там желтую кнопку на красную кнопку, это не сильно повлияет на процесс, и мы просто уйдем в огромное количество правок. Поэтому я говорю заказчику, что желтый цвет, он как бы не сильно побуждает действие, но при этом она яркая, и вот это вроде так прекрасно и хорошо, и заказчик думает, вау, да, мне же не надо, чтобы она была навязчивая, но при этом вот она такая есть. А это как-то приходит все с опытом. Вот я могу на каждую правку клиента аргументированно сказать, почему она не нужна. Но при этом, ну, надо думать головой. Естественно, заказчики в основном присылают нормальные правки, потому что они все-таки в бизнесе, и они понимают, что там, какие процессы, как целевая аудитория смотрит на сайт. Но когда я чувствую, что заказчик не разбирается в своей целевой аудитории, не понимает ничего в веб-дизайне, в бизнесе, в принципе, естественно, все их правки я сразу отправляю им назад и говорю, что то, что есть сейчас, это максимально эффективное для них решение. Мой пятый совет – это открытый процесс. Для заказчика очень важно понимать, что будет завтра с его сайтом, что происходит сейчас. Поэтому у меня очень подробно расписана вся схема работы, и заказчик понимает, когда что происходит. Для заказчика создается эффект, что он вроде как владеет всей ситуацией и контролирует весь процесс. Для вас это плюс просто потому, что вы упрощаете для заказчика какие-то его там вот все непонятные процессы. Он постоянно, у меня все спрашивают, что такое это, что такое то. Когда вы ему присылаете подробную схему работы, вы закрываете все эти его вопросы, и он думает, вау, я все понял, все. Таким образом, просто вам спокойнее и проще работать. Шестой мой совет – это общаться с тем человеком, который принимает решение. Это не всегда возможно, и обычно все-таки общаются какие-то менеджеры, кто-то, кому поручили это задание, и когда вы работаете таким образом, обычно это просто отвратительно, потому что получается, что вы вроде как даже, может, и работу-то презентовали, но в итоге вы презентовали ее секретарше, а секретарша просто пошла к директору и сказала, вот макет. То есть без презентации, естественно, и на вас опять посыпались правки. Я уже рассказывала про ситуацию, когда я делала заказ, и получилось так, что у меня бриф и прототип. Бриф заполнял не тот человек, который принимает главное решение, и макет утверждал тоже не тот человек, который принимал решение. И в итоге, когда увидел дизайн непосредственно человек, который оплачивает работу и для которого делается этот сайт, он сказал, что как все плохо. Естественно, когда я узнала, что я вообще не знала человека, я с ним ни разу не общалась, для кого я делала сайт, я была в огромнейшем шоке, у меня еще не было таких ситуаций, и господи, чтобы их еще не было столько же лет. Но, в общем, когда происходят такие ситуации, вы можете сразу ставить крест на этом проекте, потому что если бриф заполнял не тот человек, который утверждает сайт, это все, это сразу вы просто не ту задачу выполняли, не для этого человека. Мой последний совет – это вести себя правильно. Это звучит немного странно, но, в общем, смысл в том, что вы должны понимать, какие есть боли у клиентов. Вот я их очень четко прослеживаю, я знаю, как ведут себя веб-дизайнеры, как иногда веду себя я. И, наверное, самые главные боли у клиентов, которые заказывают сайты – это все происходит не вовремя. Мы очень творческие, поэтому у нас какие-то там свои заковырки, поэтому мы делаем не с точки зрения маркетинга, а с точки зрения красоты. Плюс мы какие-то закрытые, никогда не отвечаем, все у нас непонятно как. И, в общем, исходя из этого, вы должны делать свой процесс абсолютно наоборот. Мне один заказчик однажды написал: «София, то, что вы прислали мне работу вовремя, характеризует вас как профессионала».
а что, по-другому надо как-то делать? Ну, для меня это удивительно, что можно просрать все сроки. Потому что это ненормально. Вам заплатили деньги, либо вам заплатят деньги, так делайте так, как вы договорились изначально. Ну и, конечно, всегда важно делать свою работу качественно, всегда решать именно задачу клиента, а не какие-то там ваши реализовывать планы и какие-то идеи. Это все очень подкупает заказчика. Самое главное – это делать не красиво, не как-то так, чтобы ваши коллеги вам сказали, вау, это классная работа, а так, как хочется вашему заказчику с точки зрения целевой аудитории. Если ваш заказчик не знает, что такое целевая аудитория, или он не может ее охарактеризовать, то вы сами уже там смотрите, что нравится целевой аудитории, и делаете непосредственно такой сайт. Это все 7 советов, которые я хотела вам сегодня рассказать. Если вы хотите поподробнее какой-то из этих советов разобрать, я, естественно, могу снять какое-то видео, рассказать об этом подробнее. Также в предыдущем видео, это которое про фриланс, я собираю вопросы для видео, вопрос-ответ, поэтому если там соберется еще хотя бы парочку, то уже там почти созрело это видео, и на следующей неделе тогда выйдет видео вопрос-ответ. А на этом я с вами прощаюсь. Всем вкусных сайтов и хороших исполнителей. Пока!